Это мальчик. Супруга Преснякова оповестила о прибавлении в семье. Теперь у меня есть самый прекрасный. Алена, жена Никиты Преснякова, стала тетей. Об этом супруга солиста группы Multiverse рассказала поклонникам накануне. Ее родная сестра Янина впервые стала мамой. У нее родился мальчик. Алена была тронута этим событием до глубины души. «Только что моя сестренка стала мамой. Теперь у меня есть самый прекрасный племянник на свете», – рассказала Преснякова. Модель, похоже, от радости даже расплакалась. Теперь у Алены есть на ком оттачивать материнские навыки. Никита с женой планируют в будущем стать родителями, однако пока что отложили вопрос расширения семьи из-за необходимости крепко встать на ноги к моменту рождения ребенка. Пресняков сейчас активно занимается продвижением своей группы на мировом музыкальном рынке. Кстати, получается у него это весьма успешно. Помимо этого, Никита зарабатывает на семейную жизнь с помощью монтажа и съемок клипов. Особенно творчеством певца гордится его бабушка Алла Пугачёва.